Перед самым началом работы каждого избирательного участка важный процесс опечатывания урны. Все по правилам. Все, отлично. И вот свыше 5800 участков для голосования открыты по всей стране. Почти 7 миллионов белорусов сегодня делают свой выбор. В Бобруйске это 104 участка. Они будут работать до 8 вечера. Напомним, для того, чтобы проголосовать, нужен паспорт или удостоверение госслужащего, водителя, студенческий или военный билет. В момент открытия на 10-м участке, хоть и немноголюдно, однако здесь ждут наплыв людей чуть позже. Мы ожидаем, во всяком случае, что они пройдут при активной поддержки наших избирателей. В общем-то, они никогда нас не подводили, всегда проявляли активность, политическую сознательность. И поэтому мы рассчитываем, что и в этот раз будет то же самое. Как и в футболе, на выборах есть свои правила. Главные судьи и арбитры в поле – это центр избирком, ассистенты рефери – наблюдатели. Некоторые международного уровня. От СНГ таких в Беларуси сейчас 475 человек. Желтых и красных карточек они не выписывали. Бобруйск – не исключение. Уже успели ознакомиться с работой участковых избирательных комиссий на досрочном голосовании. Нами нигде не было зафиксировано ни нарушений. Все шло своим чередом. И избиратели активно голосовали. Голосуют на выборах, все идут с удовольствием, настроение прекрасное. Голосовать в нашей стране, напомню, можно с 18 лет. Для тех, кто своим избирательным правом будет пользоваться впервые, подготовлены подарки. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск 360.